с отличием и медаль за особые успехи в учении первой степени вручается Лисенко Александру Павловичу. Спортсмен, отличник и мультибальник. Все это выпускники 11 А-класса Щелковской гимназии номер 6 Александр Лишенко. В нашем округе он буквально прославился после того, как стали известны результаты ЕГЭ. Он единственный в муниципалитете набрал высший балл по трем предметам – математике, физике и русскому языку. Сдавать экзамен, именно писать, было уже несложно. А вот готовиться к нему, конечно, это требовало сил, пару лет. Сидеть много-много, основательно учиться, конечно, это тяжело. Сейчас его снимают федеральные каналы, он встречается с губернатором Московской области и строит планы на будущее. Планирую поступать в МФТИ, мне там понравились условия поступления, условия обучения, программа обучения. Это меня привлекло. Александр уверен в себе. Я думаю, что 100% я поступлю туда, куда хочу. Выпускник планирует развиваться в сфере IT, поскольку считает ее перспективной для себя. Выбор Александра поддерживает его семья, о которой он отзывается с большой теплотой. Моя семья в учебе, конечно, оказывает на меня колоссальное влияние. С самых ранних лет мама занималась со мной, учила читать, писать. Папа учил считать, и всю жизнь я учусь много дополнительно. И это, конечно, способствует всем моим результатам. Конечно, мы переживали. Помогали. Родители, они больше участвуют во всей предыдущей школьной жизни. 11 класс – это уже такая финишная прямая, где ребенок, учитель, взаимодействие, взаимопонимание. Он старался на максимум. Мы, может быть, не планировали прям именно... что будет по сотке. Он очень хотел математика, чтобы была сотка. Математика это принципиально было. По словам родителей, математикой Александр интересовался с детства. Решал логические задачи, играл в шахматы. А уже в школе принимал участие в профильных олимпиадах и конкурсах. Александр у нас участвовал всегда, начиная с 6 класса. Будем говорить на муниципальном этапе, это сначала по математике, потом и по русскому языку. Он всегда становился победителем на базе нашего городского округа. Ну, а уже далее он ездил на Эллера, это областная олимпиада Эллера, где тоже становился призером. Ну, а в 9 классе он стал призером уже, соответственно, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и победителем по русскому языку. Родители выпускника говорят, что результаты сдачи экзаменов во многом зависят от школы и учителей. В плане сдачи ЕГЭ, конечно, нам очень повезло со школой. У нас классная школа, у нас отличные педагоги. И по русскому языку Михайловская Ирина Александровна занималась и летом, и Татьяна Николаевна. Вообще все. У нас существуют нулевые уроки. Они, кто хотел из детей, они их посещали, они нарабатывали этот навык. И в школьное, ой, и в каникулярное время, и нулевые уроки, и субботние допы. То есть любой ребенок, который бы хотел подтянуться, он мог это сделать. Школа во всем шла навстречу. За 2 дня перед экзаменом по математике ребята 10 часов повторяли пройденный материал. Учителя не нагнетали обстановку, а перед сдачей ЕГЭ дали ребятам время на отдых. Результатом подготовки учеников стали их высокие результаты. У нас в этом году 2 стобальника, 1 мультибальник Александр Лишенко, который заработал из 400 возможных 395 баллов. Это шикарный результат. Ученик, который набрал по 3 предметам 100 баллов, конечно, это историческое событие и для гимназии. Ну, я думаю, что таких детей уникальных не так много по России. Еще одна выпускница гимназии София Ходус получила 100 баллов по химии. Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении второй степени вручается Ходус Софии Андреевне. Аплодисменты. 100 баллов по химии. Всего в этом году в гимназии номер 6 20 медалистов, 12 золотых и 8 серебряных. Щелковская гимназия номер 6 – это система работы с одаренными детьми, поэтому у нас с 8 класса создаются профильные классы. Плюс ко всему, когда дети делают свой выбор уже осознанный, выбирая свой будущий вектор, свои будущие профессии и направления, конечно, они идут в тот профиль, который им нужен в будущем для поступления. У нас технологический профиль, это инженерный класс, у нас социально-экономический профиль.
Дети получают на углубленном уровне физику, математику. Ну а также, да, одной из таких отличительных особенностей у нас очень серьезно поставлена работа с проектами. Впереди у ребят поступление в вузы и студенческая жизнь. Свой выпускной, который начался в Щелковском театре с торжественной части, вручение аттестатов ученикам и благодарственных писем родителям, продолжился в усадьбе Гребнева. Анна Приенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.